Ну что, всем привет! И вот, долгожданный день свершился. Мы с Юлькой на рыбалке. Вот, с моей любимой женой. Приехали на Судость. Погранзона, Чаусы. Все как мы любим. 18 октября сегодня. Воскресенье. Плавсредства уже собрали. Вот она лодочка, моторчик. Спиннинги уже собраны. Довезла нас сюда красотка моя новая. Вот она. Вот. Так что выходим сейчас на воду. Время уже сколько? 8 часов. Ну, в общем, самое время начать ловить щучку. Все, связь на воде. Заброс. Начала отбель ступаться приманка. Нет. На дно кладешь, ждешь, пока кончик раз отработает или леска провиснет. Для этого надо угол держать, ну, между леской и кончиком. Ну, тупо, ну, такой тупой. Вот я маму поймал вот отсюда. Когда она будет кормиться, выходить, кто ее знает, да? Это рыба. Во сколько? Ну, во сколько-то должна выйти, да? Как ты думаешь, Юль? Бель стоит. Значит, рядом должен быть и хищник, по-любому. Температура воды, ну сегодня температура воды, конечно, 12 градусов. Может, не хочет она ярко. Крючок прячь, вон видишь, у тебя крючок вылез. Чуть-чуть его подвинь, приманку как бы на крючок. Так, ну что, мы сидим ловим. На яме, где я маму поднял лет 5-6 назад. Но пока поклевок нету, вот решил записать обстановку текущую. Значит что, 18 сегодня октября, напомню. Осень в этом году очень теплая. Буквально вот только пару дней назад испортилась погода. А так была двадцатка днем, 18, ну и ночи достаточно теплые, то есть комфортно. Ну вот об этом и говорит и температура воды. Температура воды на данный момент 12 градусов. Ну 11,8, пусть 12 градусов. Вот. Что по погоде? Значит, ну ветер юго-западный, даже запад-юго-запад, 7 метров в секунду. Вот. Давление 733 миллиметра ртутного столба. Ну, падало. Ну, вроде сегодня вот дощадло должно сегодня начать расти. Вот вчера падало, погода менялась. Точнее, не менялась, а шел дождь сильный. Вот. Ну, по ощущениям, на улице градусов 5-6. Ветерок такой прохладный поддувает, но, в принципе, комфортно. Вот Юлька сидит очень тепло одета. Две куртки, там три кофты, двое или трое штанов. В общем, ловим, пробуем. Сейчас пойдем, выйдем на русло. Может, щука еще... Бель вот здесь стоит, конечно, подлещик. По периметру какие-то на эхолоте есть точки у дна, но непонятно, что это за рыба, естественно. Пробовали кидать, вот, но пока результат никакой.
В общем, сейчас поедем на русло, будем дальше сплавляться вниз, может быть, до самого моста сегодня дойдем. Благо, мы теперь не как с Тимофеем на шестерочке, Тахацу у нас не тянул двоих, еле шли. Теперь мы 9,9 юзаем с женой. Так что будем лететь как пули. Лодочка единственное, что спускает, вот уже прилично подспустила, надо подкачивать. Ну ничего. Так, ну вот, сменили точку, вышли на русло. Ну, попробуем вдоль травки прогнать немножко, что получится. Ну, сейчас я немножко поэкспериментирую. Ну что, пробуем неогрузку по травке. Вот таким макаром. Достаточно крупная резина, 15 сантиметров. Жена, первая поклевка была. Давай, дорогой, давай. Что ты это тяжелее ставишь? Сюда лодок будет красный, когда ты едешь, а не носи. Будешь ли парить меня в бане? Будешь? Ага. Ну, поклевка была, ё-моё, а. Ну как ты так не подсёк? Ну, не знаю, вот так вот в голову ударило, прикинь. Не понял. Что ты убираешь, если у меня поклевка была? Ну, не знаю, что я на неё убираю, я... Попробуй-ка ты туда же кинь свою. Да. Ну, туда я кидал, вон где палка стоит. Давай, рыбка, ловись. Это подная, зачетная щука, ё-моё. Вот она. Дождались мы мамочку. Снимаешь? Да. Ох, какая хорошая. Стой. Пробито хорошо. Пусть погуляет. Камера снимает, Лень? Да откуда я знаю? Снимает. Вот она, красавица, какая судость. Принесла нам вот такую щучку. Поклевочка. Еле-еле тюк. Давай. Ой, ну иди сюда, иди, нагулялась. Ой, нагулялась, красавица. Не трогай. Ой, нагулялась, красавица. Ой, нагулялась, моя родная. Вот такая рыба. Взяла на класс. Юль, класс. Я еще раз хочу сфоткаться. Сейчас, ну мы эту щуку заберем. Жена хотела котлет. Все-таки щука осенняя. Вот, где-то, я думаю, под трешку. Может быть, 2,5. Вот. Возьмем на котлеты ее. В общем, я доволен, просто супер. Только попросил двушку и пятерку, и вот она посередине дала нам трешечку. Вот такая красоточка. Ну давай, сейчас я... Подожди. Дай бате твоему отправку. Подожди. Что?
сфоткай меня, Юль. Блин. Еще разок без камеры, да. Вот такая щука, ё-моё, ребята! Взяла за краешек губы. Вот он. Изи Шайнер 5 дюймов. Ну что, продолжаем ловить. Может быть, это осенний выход, так сказать. Тихо, тихо. Меня, блин, зубами своими страшными не пугай. Не зря мы сюда дошли. На самую крайнюю точку. Ну что, продолжаем ловить. Я вот за этой рыбой я сюда ехал. Тихо, мне больно. Ну это нормально. Да, вот за такой рыбой мы и ехали на судость. Я просто счастлив. Ну и пятерку теперь. Пятерочку. И пятерочку мы отпускаем однозначно. Есть! Ух, какая, блин, такая же, наверное, Юль. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Камера снимает, посмотри. Снимаю. О, вот она. Еще одна. Вот они где стоят. Вот она, родная. Фух. Вот это да. Вот это да. Вот они вы где, возле самого берега. Иди сюда, тихо, тихо. Опять за краешек. Опять за краешек. Тихо, тихо, тихо. Фух. Еще одно фото. Ну вот она еще раз. Опять все тот же Изи Шайнер. Ё-моё, что он творит? Пятерка, Изик. И опять работала камера. И в напоклевке она тоже работала. Возьми эту по-другому. За пузо. Ну вот она, место, вторая щучка. Вот она, яма. Все возле бровок береговых. Все возле, прямо возле самого берега почти, Юль. Надо к самому берегу кидать. Я кидаю. Ну что, продолжаем ловить. Вот оно место. Сейчас пойдем по тем бровочкам. Сейчас будем обстреливать все бровки. Одну взял отсюда, вторую взял оттуда. Точнее, первую оттуда, вторую отсюда. Будем дальше ловить. Ну, осложнение того, что она вот уже переболела. Она говорит, объясните, что нам делать. Мы все сидим и не понимаем. Хотя Ира заболела. Юль, еще одна! Ого! Тихо, тихо. Якорь зацепилась, Юль.
короче, что делать? Я в шоке. Ты вообще нормально? Ну, камера работает, блядь. Работает. Ну просто я не могу. Третья с этого же места такая же. И все под берегом, Юля, все под самым берегом. Изик работает 100%. Вот это рыбалка. Вот это пошла рыбалка. Сколько времени, посмотри. 13-18. Вот, в час начался выход. Ну-ка, жена. Ну что, у тебя одно и то же фото с, как бы, можно сказать, одними и теми же рыбами. Я не успеваю даже этот свой вытащить один. Трофей. Вот это рыба. Вот мы нашли, как впали, щучье место. Там, где она есть. И она стоит. И она ест. Жена, лови. Ловлю. Ты поставил себе хорошую. Давай карман. Я тебе поставлю сейчас другую, поменяем. Подожди, кидай по самый берег нужно, Юль. На пятеро будет сегодня, Юль? Угу. А? Прямо под самым берегом. Под самым берегом, Юль, все поклевки были. Прямо вот считай, вот надо по самой берег кидать. Видно, там она стоит, а спуск там сразу, там нету дна никакого пологого. Сразу как обрыв. Ну, пятерочка. Это не такой, ну, она такая же почти, господи. Это там, где я засыпался, наверное. Сейчас поплывем. Может, просто выход закончится. Может быть. Радовалось. Тихо, Юль, ты ж меня смотри, нет, не за... поймай. Норму вылова, в принципе, свою сделали, это самое. Но не закрылись. Надо 5 рыб, чтобы закрыться. Пятерочка где-то. Крючки декой. Бомба. Не дают ни шанса. Так, ну что, вот оно место. Уже начался опять дождь какой-то. То начинается, то кончается. В общем, заколебал. Время без 23. Выход был в час. Все три щуки были пойманы в течение там, 5, наверное, или 10 минут, не больше. Все. Едем в лагерь. Все, начался конкретный дождь. Сейчас будем идти до лагеря. Все, поехали. Снег.
первый снег. Вот так вот мы собрались с Юлей, уже выплыли, в общем, выезжаем домой, время без 10:05. По результату что? 1-2,5, еще 2 двухи и килушка. Все, только килушка была поймана чуть позже возле лагеря, где останавливались. Остальные первые 3 были пойманы фактически там с одного места. Выход был где-то в час, за 10 минут буквально все 3 рыбы. Вот такая рыбалка получилась сегодня. Сделал ее Изи Шайнер, пятерка, естественный такой с зеленцой. Сейчас собираемся двигаться домой, все. Устали, подмерзли, дождь шел целый день, погода пасмурная, а то дождь, даже снег. Мы сегодня достали первый снег, немножко порошил, такой ледяной. Ну, в общем, все, едем домой.